Это старое кладбище возле садоводства Ключик. Хоронить здесь запрещено уже несколько лет, и местным жителям об этом известно. Правда, свежие могилы свидетельствуют об обратном. Однако это не единственная проблема. Погост утопает в мусоре и оставляют его те, кто приходит навещать умерших родственников и прибирает могилки. Борьба со стихийной свалкой здесь продолжается не один год. Это наше садоводство все сюда отвозят. Берега сюда, везде все сюда. Старые венки и цветы, сухая трава – это полбеды. Последнее время кладбищу свозят и бытовой мусор. Как рассказывают местные жители, делают это мегетчане. Их буквально ловили за руку и даже обращались в полицию. Но результатов это не принесло. Мы видели четко две машины. Одна вывалила, вторую мы задержали. Вызвали милицию, мы вот засняли, ну, на телефон там сколько могли. А сейчас-то куча просто на глазах разрастается туда, и видят, что куча стоит, и несут туда, кто что может, уже несут, и мимо проезжающие машины. Решение вопроса о благоустройстве кладбища в районе станции Суховская готовы взять на себя в мэрии. Правда, решить этот вопрос за один день не получится. Как минимум, в ближайшее время здесь проведут санитарную очистку и установят контейнерную площадку. А дальше больше. Мероприятия по устройству ограждения будут рассмотрены администрацией Ангарского городского округа при планировании бюджета на 2022 год. Специалистами отдела благоустройства будет подготовлена нормативно-технологическая документация, а также локальный сметный ресурсный расчет на выполнение работ по устройству забора на кладбище станции Суховская. Что касается нарушителей и тех, кто превратил погост в свалку, и тех, кто, несмотря на запреты, копает здесь новые могилы, намерены привлечь к ответственности. Факт беззакония достаточно подтвердить с помощью фото и видео с датой происшествия и привязки к местности. В свою очередь, администрация округа рассмотрит возможность установить на кладбище информационные стенды о запрете захоронения. Григорий Непьянов, Владимир Сереванов, «Местное время».